Британский издательский холдинг Pearson согласовал сделку по продаже 50% пакета акций еженедельного журнала Economist другим акционерам за 469 миллионов фунтов стерлингов. В результате этой операции крупнейшим инвестором издания станет итальянская семья Аньелли. Контролируемая ею холдинговая компания Exor увеличит свою долю в журнале с 4,7% до 43,4% за 287 миллионов фунтов стерлингов. Ранее Pearson объявил о продаже знаменитой деловой газеты Financial Times японской медиакорпорации Nikkei за 844 миллиона фунтов.